Любимый русский тренер Гвардиолы. В 2009 году Рубин совершил настоящую сенсацию. Казанцы обыграли на Камп Ноу саму Барселону. Этот матч произвел впечатление на Гвардиолу. У Пепа спросили о том, как он относится к Курбану Бердыеву. И тогда действующий победитель Лиги Чемпионов ответил, что это лучший тренер, которого он видел. Удивительно, но спустя 8 лет Бердыев снова обыграл Гвардиолу. Тогда Ростов в Лиге Чемпионов победил Баварию со счетом 3-2. Получается, что Пеп был прав.